История про гиену. Да, про гиену охуенная. Короче, отлавливаем. Я Рэмбо и поручик по лету. Ну, напротив Октября, как это, Площадь Мира у нас. Где раньше зоопарк-то стоял вечно. И цирк. Ну, вот. Пусть будет так. Стоит зоопарк. Отлавливаем ступу. Ну и что, кормим его циклодолом, раскуриваем и ведем его в зоопарк. Очень долго смеялись около клетками с обезьянами, сравнивая ступу с ними. Один в один, вообще в копейку. Костик, увидишь, ты знаешь, на меня обижаться бесполезно. Вот. Ну ладно, смеялись. Костик кое-как вытерпел. Но когда подошли к клеткам с гиенами, ой, матка боска Ченховская. Я помню, блядь, это пиздец. Костик, это ты, мы закатились. Костик не выдержал, он психанул. Убежал из зоопарка. Бегом. Ну, походили. Втроем выходим. И тут засада. Ступин набрал целый вот такой подол камней. И всякой грязи подобной. Вот сюда вот целую кучу оттянул. И давай в нас кидаться. Гнал я, не знаю, до посадки это точно он нас гнал, кидался. И орал еще, что мы козлы и все прочие слова нехорошие. Не буду повторять. Повторяй. Вся крепость.